Вы знаете, я, вот, я говорю, я уже не первый раз слушаю и эти песни, и этих авторов, и исполнителей. Здесь какая-то особенная энергетика идет от ее исполнителей. Понятно, что содержание, слова, стихи, они идеальные, да, в плане содержания. Но вот то, с каким темпом исполняется, как она исполняется, с каким внутренним светом, но вот это, наверное, для меня, я увидела вот это, и для меня это главное в этой песне. Кажется, это вот такая вот гармония. Все там, музыка, стихи и исполнители. Если это будет в чем-то другом исполнении, наверное, это будет что-то другое. Но вот в данном случае это такой какой-то, не какой-то, а точно, это свет, который в тебя проникает, вот для меня. Mm-hmm. Или световой поток, который либо тебя пронизывает, либо поток, который тебя за собой прям влечет.